Сочинцы проявляют активность и предлагают внести изменения в устав города. Сегодня комиссии по проведению публичных слушаний было рассмотрено несколько таких предложений от председателей советов ТОС микрорайонов Светлана, Хоста, Кудепста и Малый Ахун. Например, предложено проводить выборы депутатов городского собрания Сочи по мажоритарной системе относительного большинства. Мажоритарная – это когда прямые выборы идут. Но, допустим, сейчас у нас записано на сегодняшний момент, это было предыдущее законодательство, которое потребовало, и мы принимали решение, что 50% идут по партийным спискам, а 50% по мажоритарной системе. Вот. Поэтому сейчас вот это предложение, оно не вызвало, как вы видели, возражений, практически ни у кого, один воздержавшийся был. Оно будет рассматриваться уже городским собранием. То есть это пока что просто возврат к прежней системе.